Смотри, мне сейчас все пришло видение, что я вообще забыл про это. А когда сейчас одиночество, у меня, я, оказывается, когда-то аборт приказал сделать девушке. Вот А, это сейчас пришло. Вот это да. вот это Я да. забыл уже сколько 10 лет, или сколько там, 15, 20. И, ребят, через вот это мы открыли дверь где-то, но через молитву, когда помазание течет, Бог показывает, откуда это пришло. И надо срочно покаяться, срочно признаться в том, что да, Иисус, я теперь праведник, но тогда-то я поступал неправильно, и надо увидеть, покаяться, поэтому у тебя нет детей, поэтому у тебя одиночество, поэтому ты никак не можешь войти в состояние семейного человека, потому что ты убил ребенка, и когда мать или отец каятся, ребенка вытаскивают из ада. А ребенок там плачет в аду и говорит: родители, зачем вы меня убили? Спасибо тебе, Иисус. Вот видите, мы никогда не знаем, о чем мы будем говорить. Саша в шоке, смотрите, вот когда Иисус двигается, это шоковое состояние такое, потому что когда Иисус открывает, это где-то боль и в то же время облегчение. Когда приходит враг, он делает больно, и ты ходишь и мучаешься. Когда приходит Иисус, тебе хочется плакать, каяться и просить прощения, и ты чувствуешь свободу, как будто с тебя что-то, какое-то бремя сняли, какую-то печать с тебя сняли и сказали: ты свободен. И больше никогда не говорите: о, я там в отверженности, я вот в неуверенности. Пожалуйста, никогда больше этих слов не произносите. Все, вы свободны, ребята. Аминь. Аллилуйя, слава Иисусу, слава Иисусу, слава Иисусу. Да, но ты ли счастлив? Тебе что-то сделали, что... Ну, ты сам себе дверь открыл, в принципе, да? Ну, я им дал добро, чтобы меня отпустили. Но я и говорю, Да. но это проклятие на тебе, потому что ты был как содействующий в Да, убийстве да. ребенка. Ты Это тогда я содействовал в просто этом, да. понимал, да. Потом я понял, что Принимал, ну как, принимал участие, решение, да, да, участвовал в решение, этом, да. да. Ну, можно даже и сказать, и мое больше решение было, как будто манипуляции больше на нее, да? Это я Да. признаю, потому что она тогда любила, а я говорил, у нас уже все закончилось, алло, нет, какой любви? Вот так было. Ну, никто это вот 20 лет, наверное, не знал, вот сейчас впервые поделился. Потому что Иисус тебя побудил это сделать. Ты знаешь, сколько абортов делается, и люди не знают, что это огромный грех. Просто девушек сколько встречаешь, и они вот эту тему так просто говорят, как будто вот десятки раз уже аборт делали. Да? О, я 2 раза, я там 3 раза аборт делал. Думается, алло, куда мир катится? Для них это уже нормально. Да, Аборт. да. Не ценят себя. Мы сегодня молились духе отверженности, да, Господь как повел, да, мы же совсем за другие вещи молились на самом деле, но Он повел, чтобы мы молились за дух отверженности и дух одиночества. И я понимала, что это не только там к Свете или кому-то там, да, принадлежало, это были многие здесь присутствующие. И куда он его повел в аборт. Это проклятие, которое может передаваться годами, веками, если человек это не признает и в этом не покается. И вот эти отверженности, это духи, которые заходят через все это. Ты убил душу, ты посодействовал тому, чтобы душа умерла, да? Вот. И насколько я понимаю, что эти дети идут в ад. Они нерожденные души. Ну и вот представьте себе, что вы
несете это дальше, там, своим детям, своим близким, может быть, один род пройдет, а второй опять придет, вот как проклятие, да, и сегодня он повел именно в дух отверженности, одиночества, почему, потому что он заходит сейчас именно в эту комнату, чтобы ее очистить. И когда ты очищаешь Духом Святым эту комнату, когда Дух Святой заходит в эту комнату, он убирает эти проклятия, и ты теперь можешь покаяться и принять, что ты, ну, что ты очищен, что ты свободен, что ты праведник, и, конечно, этого больше не повторять никогда в жизни, да? Вот. И многие женщины или мужчины, они допустили эти вещи, но они не знают, насколько это пагубно для собственной жизни или для жизни их детей. И поэтому очень важно понимать, что мы ответственны за каждую душу. Вот мы друг другу гадости говорим, и мы за это ответственны. Потому что Иисус сказал, то, что ты сделаешь ближнему, сделаешь мне.